Всем добрый вечер. Я нахожусь сейчас в машине на работе. Я уехал на неделю. Те, кто следит за нами в Инстаграме, те знают, что я уехал на неделю в командировку. Но сегодня у нас 13 января, старый Новый год. И я решил вас поздравить с дороги, с машины. Желаю всем счастья. И самое главное, крепкого-крепкого здоровья, чтобы никто у вас в семье не болел. Будьте здоровы. Всем большое спасибо за то, что вы с нами.